сюда можно даже приезжать на машине, для тех, кому интересно. Выходные, стоянки свободны. Обычно сюда привозят туристов. Помню, китайских было много раньше. Довольно долгое время здесь был концертный зал классической музыки. Мы об этом не знали, как-то всей семьей приехали свечку поставить. А тут был концерт духовых инструментов. О, какая красота! Давайте насладимся красотой. Перекрасили. Куча снега, но свадьба приехала, не будем их снимать. Так, пойдем посмотрим на колокол. Здесь еще и университет государственный Санкт-Петербургский. Навалило.
крабы снимать нельзя. Так что мы туда не пойдем. Кварнеги вроде делал. Лето, Смольный институт Карнеги делал. В общем, приду домой, посмотрю. Но красиво. Свадьба. Создание семейной ячейки. Приятный голубой цвет. Прям небесно-голубой. Сейчас у нас минус 5 на улице. Прекрасная погода для прогулки. Там еще интересный дом впереди. Мы вот его видим сейчас. Там огромная арка. То есть дом такой в виде буквы П. Мы потом обязательно там тоже поснимаем. Вообще вот этот район очень интересный. Сейчас пойдем к Смольному институту, где у нас работает губернатор. Не буду говорить о фамилиях. Он не нуждается в нашей рекламе. Главное, чтобы нас туда пустили. Вот что. Раньше там был. Калитка там была раньше.